Раннее утро, 8 утра, 12 июня. Народ пробуждается, но уже первые отдыхающие на море. Ранние пташки. Вчера вечером сильный ветер был и подштормило, а сегодня опять тишина, видите? Люблю купаться утром рано. Вот такая же прозрачная вода, волны практически нет. И я не один такой. А сейчас зайдем на пляж Дол Радость. Посмотрим, как там речка себя ведет. Вот и рыбачки первые появились. Ну что-то сегодня в гордом одиночестве один только сидит. Как клев, доброе утро. Да так не очень. Не очень, да? А ребята у нас хорошо ловили здесь рыбку. Есть что-нибудь? Хоть поймали что-нибудь? О, есть рыбка. Есть. Во. Ладно, клево вам, хорошего. Так, теперь посмотрим, что у нас тут речка делает. Вот у нас пляж Дол Радость. Сейчас пойдем ближе к устью реки. А вот мы подошли к устью реки Бельбек, которая была организована. Как видите, речка опять пытается подмыть берег. Пять часов вечера, 12 июня.